Так, у меня барьер не хило. Давай ко мне. Давай. Давай-ка одновременно. Очень прикольно, как одновременно сразу их подбрасывать. Они точно готовы будут. Так куда улетела текстура? Все, она там застряла текстура, бедная. Так, о, летуны появляются. Так, отлично, сейчас будет серьезно бита. Так, ага, сейчас можем профинансировать уже. Сейчас будем с этими разбираться. Бери, а. Офигеть вообще. Так, мы очень осторожны здесь. Оттолкай сюда. Готово. Так, куда у нас летун делся-то, блин? Улетел, что ли? Как обычно. Да, конечно. Ты не попадешь. Так, смеем. Давай снимайте там барьер. Давай одновременно. Подлетел. Ай, блин, весело, конечно, эти дары использовать. Давайте пойдем вот этих щитами. Так, теперь... А, наверное, не получится. Отлично. Так, кто у нас еще остался, блин? Готово. О, блин, еще поперлись. Ну да. Кажется, она готова. Давай-ка одновременно. Все, готово. Ни жива, ни мертвая. Так. Что такое было вообще? Так, ладно, идем. Ну, с летуном мы, конечно, встретимся в этом месте, так что... Надо быть готовым. Да, зря мы, конечно. Ага. Ага. Нашли, в общем-то, убийца. Вот сволочь. Она не очень притворялась, только, да, конечно. Но, в общем, подпустил все-таки, потому что получить очки героя. Все-таки мы хорошо поступаем, в общем-то, в этой игре. У меня всегда такие прохождения получаются. В основном как раз вот. Так что, вот, нетушки. Потом все равно ее догоним, а убивать-то зачем? В любом случае, она нам не сдастся. Дай-ка дрон. Чё-то я не использовал меня. Отлично. Используем броню. Так. Так, ну ладно, идем дальше. Так, а вот здесь как раз будет ожидаться бита с дроном. Блин, с этим дроном, блин, этим. Летуном как раз вот. Я с ней ошибаюсь. Веселенькая будет, конечно, биточка. Да, вот он, говнюк. С ним, конечно, не так сложно будет разобраться. А, все для этого есть уже. А, для этого, в общем, снайперская только раз есть и коллекционер, в общем, оружие. Баню легко снять очень сильно. Очень легко.
Ольга, гаденыш, улетела. Трус. Да, я все-таки, конечно, попадешь у него. Не знаю, конечно. Шляра, блин. Я такой... Да, блин, вычет. Ладно. А, робот выпускает. Так, чертили. 10 роботов прибегает, что ли, да? С ними разберутся. Сейчас мы с ними разберемся, в общем-то. Так, с роботами завалились. Ну все, да. Да, что взять деревья, да? Давай, добивай его. Все. Сохраняемся. Отлично. Вот такая быстрая бита, если легкая достаточно. Так, патроны. Даже на безумие можно пройти. Что самое главное, в общем-то, прокачать, в общем, героя нехило, конечно. Плюс, конечно, оружие хорошее иметь. Для этого. Для этого красноярская вдовка понравится очень сильно. Так, ну что ж, идем. Дальше. Скоро мы достигнем, в общем-то. Получим эти данные, которые нужны Самаре. Не то. This looks like a shipping manifest. It shows the Pitney Force sold 2,000 units of Minigen X3 to the Eclipse, along with 600 units of Red Sand. This isn't the information Samara needs, but it does implicate the Volus. I'm sure Detective Anaya would be interested in this. We've got to keep moving. Так, доступ к кредиту получим. Ладно, идем дальше. Ух ты, я вот как раз не втукал еще один фолс, только вот раз я посмотрю. Я не помню точно, кто он там. Он тут любитый, в общем-то, как бы. И нет, хотя вряд ли. На прикольный момент, конечно, очень сильно. And they happen. Fear me, lesser creatures, for I am biotics made flesh. You need help. You need help. You stand before the mightiest biotic ever. Yes, the Asari injecting so many drugs into me was terrifying. But then I began to smell my greatness. They may laugh when I call over, but they don't know what I know in my head. That I know that I am amazingly powerful. Fear me? Are you part of Pitney Forest Trade Group? When I was mortal, I worked for Pitney. Poor soul is probably terrified that I have not returned. He hasn't reported your disappearance. Probably so his departure won't get delayed. Pitney will pick money over friends every time. Bah! I will wreak a just revenge upon his people. But first, the leader of these mercenaries is in the next room. I shall toss Wasair about like a rag doll. Shepard, having this incapacitated Volus running around our battlefield could compromise us. I will tear her apart. My biotics are unstoppable. Wasaya will tear you apart. Take a nap. You'll feel better. Are you mad? I'm unstoppable. Feasting on her biotic-rich blood will be the last. But great wind. Bionic God. What was I saying? I'm tired. You may be right. Yes, well, I'm tired. I'll nap. Destroy the universe later. Aye. So much for godhood.
Это точно, блин, прикольный момент, конечно, разработчики добавили. Ай, блин, нахрен типа у меня какой-то сумасшедший, блин. Я супер, блин, биотик. Покажу этой Васе, как он будет летать, пока тряпичная кукла. Ну ладно, сохраняюсь в этом месте. Смотрю еще один ролик, где, в общем, как раз Васе это выстрелим, и там найдем блок данных нужных для Самары, в общем-то, информации. Everything's gone to hell since we smuggled that filthy creature off world. First Adjusticar shows up. Now you. At least I can take pleasure in turning your head into a pulpy mass. Ну конечно. Дождешься этого. Кстати, от твоей башки, наверное, останется. Только одно месиво. Блин, Миранда, хватит стрелять. Эти баки, ты нас сейчас убьешь просто этими баками. Так, вот капитан Васи, давай-ка мы этой Васи, блин, займемся. Хорошенько. Че, двор так чистить, блин, охренеть. Ты только не стреляли бы в эти баки. Ну, так и им как раз можно, а вот нас чтобы не задели. Там всех, по-моему, чуть-чуть. Да маленько. С этой Васей займемся, блин. Охренеть, блин, кидает. Вот. Биотика, блин, наркоманка хрена. Вот. С ним песком их там. Так, надо передвигаться дальше, думаю. Где там Вася? Вася это, блин, что-то. Закидал все, блин, песком. Токсичным чертом. Надо дальше продвигаться. Где-то Вася, блин, там. А, вот она, Вася-то. Давай-ка, Вася, займись. Хотя на другим оружием снять. Точно, с кинтовкой же у нас есть. Соберемся, это Вася, блин. Да охренеть, блин, так. Повсюду свой песок этот. Да блин, охренеть, а. Повсюду мне стрелят на этот чертов песок, который мне. Так давай-ка, блин, займись, хорошенько. Так, Вася. А там Москва спряталась, блин. Сранка. Обычка спрячка и лучше. Так, давай теперь кое-чем другим его против него применим. Так, давай останавливайся. Смею, конечно, хорошенько сейчас ее. Так, готово? Не, давай, давай. Исполняй, исполняй, Эндер. Только не используй сразу же. Так, давай. На это. Готово. Малик, не готова до такого. Этого запала. Давай еще. Хочешь еще? Получай. Здесь понравится. Понравилось. Обожаю этот удар. Так, давай-ка. Сейчас еще приперлись, бедните. Одна готова. Разберемся со второй. Давай-ка ее. Молодец. Все, готовы все. Отлично. Так, раз здесь вот находится, по-моему, данные, если не ошибаюсь, или они, по-моему, дали в другом месте. Да? Получай, блин. Ты меня замыл. Мне еще какая-то живучесть оказалась. Кто там еще? А, ну да, точно. А запись у нас находится не здесь, не в этой комнате, а вон в той. Вот как раз, да, блок данных Васи написано. Блин, чертова Вася. Азари. Так, берем. Здесь юстициар, наверное, ищет оправлено нами на Диметриях. Хорошо, что я от нее делалась. У меня от нее мурашки по коже. Надеюсь, юстициар не помешает моим делам. Ну, конечно. Копируем. А что смотрится там? Мы полностью собрали, так пошли. Все, мета миссия заканчивается, в общем. Последняя миссия
с набором напарников. Так, отправимся-ка в Самаре, отдадим ей данные, плюс еще думаем, что у нас появилось новенького, посмотрим-ка. Так, кодекс еще тут классно нам появился. Организация. Наемники затмения, так, ну да, что отлично. Так, что у нас в кодексе? Так, UCCR. Вернуться к Самаре, да. Дополнительное задание, в общем-то, сейчас выполним. То есть отдадим улику эту, Питнефора. Так, украденные товары найдены. А, поставлен известность. Даже остальных результатов. Так, вернуться на Ирию. Мистер Такс отреагирует на новости по украденному грузе. Понятно. Сейчас все это сделаем. В общем-то, а вот как раз Питнефор. Но говорить с ним не буду. Отдадим ему сразу же данные. Можно, конечно, отдать ему эти, в общем, данные, которые мы нашли на него компромат. И, в общем, да, получить за это кредит, там, чем-то еще, наверное. Но это все-таки будет поступник, в общем, поступок от отступника, злодея. А мы играем за героя. Так что отдадим, в общем-то, детективу эти данные. А, да, точно. I've got the name of the ship. Your fugitive left here 2 days ago on the AML Demeter. Shepard, you impress me. You fulfilled your part of the bargain, and I will fulfill mine. I am ready to leave immediately, if that will satisfy your superiors, detective. You're free to go, Justicar. It has been an honor having you in my station. And it's nice you didn't kill me, too. The Normandy is docked near the main trading floor. I'll see you aboard. I must be sworn to your service, so that I am never forced to choose between your orders and the code. By the code, I will serve you, Shepard. Your choices are my choices. Your morals are my morals. Your wishes are my code. I never thought I'd see a Justicar swear an oath like that. If you make me do anything extremely dishonorable, I may need to kill you when I'm released from my oath. I can see that this is a very important act, Samara. Thank you. Truly, the life of a Justicar can get lonely. I admit I am looking forward to serving with a company of honorable heroes. Shall we return to your ship? I need to speak to the detective. Thanks for getting Samara out of my district. I can tell my granddaughters about meeting a Justicar. And you've just upped my chances of living long enough to have grandkids. I have proof that Eclipse killed the Volus merchant. Let's see what you got there. Interesting. But I can't verify it. It would be inadmissible. I vouch for Shepard, and any evidence he brings forward. I accept the judgment of the Justicar. Thanks, Shepard. I wasn't sure about trusting a stranger, and a human at that. But you came through. It's a shame this Elnora escaped. But I'll get her. At least you put her on the run. Okay, enough with all the congratulations. I've still got a spiraling crime rate. I have proof that Pitney Forest smuggled in red sand and illegal weapons tech. I'll send in some officers to arrest him and his cohorts. This is a big help, Shepard. I can't do much to thank you, but we do have a small discretionary bounty fund. Take this. I'll be on my way. Be well. Value the Justicar. I've never heard of one working with a human before. Так, ну что ж, возвращаемся на Нормандию тогда, что ли? А, вообще-то... Давай. Так, ну все, миссия эта выполнена. На этом, думаю, прощаюсь с вами. В общем, увидимся в следующих сериях моего прохождения игры Mass Effect 2. С вами был Михаил, всем удачи, до скорой встречи, всем пока. Welcome to the Normandy, Samara.
We studied your profile extensively. With your skills, I think you'll be an excellent addition to our team. Thank you. From an organization such as yours, that is high praise indeed. I've seen Samara's biotic powers at work. They're substantial. We still don't know what we're going to find when we hit the collectors. I will be prepared for whatever we encounter. Where shall we put you? A room that looks out on the great empty void would be most comforting. Put her in the observation room on deck 3. Thank you. I must meditate on the day's events.